Московская гостиница «Космос» проходит 21-я ежегодная международная конференция по эудаике, которую проводит Центр научных сотрудников «Сефер». Сегодня в центре внимания докладчиков – горские евреи, их язык, история и традиции. Специалист по культуре горских евреев и музеевед Лия Мигдаш Шамаилова презентовала книгу Феликс Шапира «Горские евреи». Где бы мы ни жили, в Израиле, в Америке, в Москве, в Ленинграде, я думаю, что нам нужно сохранить и владеть своим языком. В конференции участвует более 200 известных ученых и молодых исследователей. По мнению руководителя центра Сефер Виктории Мочеловой, главная особенность этой конференции – многообразие исследований. Библейские исследования, талмудические, еврейская история разных периодов, включая, скажем, Холокост и современный Израиль. Какие-то этнографию, социологию, литературу, языки. Большинство участников знакомы много лет. Для них конференция – возможность обменяться опытом и хороший повод повидаться со старыми друзьями. С вами была Лера Андреева, специально для Stmag TV.